Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами продолжим мстить учителям в нашей русской школе, ведь эта игра под названием No School No Rules. И если вам понравится этот видос или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. И, друзья, следующий на очереди у нас трудовик. Да, в прошлый раз мы отомстили учительнице русского языка, сейчас же ждет битва с трудовиком, и трудовики обычно жесткие. Короче, мы будем подмешивать ему слабительное в еду, но для этого нам нужно взять в медкабинете его, а потом отправиться в столовку. Правда, вот я, честно говоря, не помню, где медкабинет, я там вроде бы и бывал, но бывал очень давно, и поэтому он не здесь. Что за ужас, хотя вдруг он... Нет, там у нас спортзал, да. Да-да-да, это спортзал. Короче, похоже, я побежал немного не в том направлении, поэтому его пропустил. Но ничего, школьники, разбегайтесь, расходите, я бегу. Не стойте у меня на пути. Так, дружище, я не хочу с тобой драться, давай-ка ты. Да, все правильно. Так, медкабинет. Это кабинет физики. Это у нас кабинет биологии. Я думаю, и туда мы тоже заглянем. Но, в общем-то, медпункт. Обычно, когда я учился в школе, медпункт всегда был на первом этаже. Не знаю, почему так получилось. И, похоже, это... Да, вот он, медкабинет. Отлично. Так, где у нас слабительное? Дружище, ты ж меня не спалишь, да? Я просто хочу взять слабительное. Никого здесь нет. Меня здесь тоже нет. Я сама невидимость. Так, добавьте слабительное в еду трудовика на кухне в столовой. Хорошо, туда-то мы и отправляемся. Надеюсь, у трудовика нет никаких миньонов, потому что учительница по русскому языку постоянно подсылала к нам своих бандитов, своих хулиганов, которые меня пытались избить. Здесь такого быть не должно. Так, погодите, я нашел, собственно... А где кухня? Вот она. Ой, елки-палки, все в мухах! Еда наверняка здесь не первой свежести, но ладненько. Украсть? Торт! Неплохо! Ой-ой-ой-ой-ой! Посмотрите, здесь даже знаки радиоактивных отходов. Никогда не сомневался, что еда в школьных столовых готовится именно так. Хотя батон выглядит на самом деле неплохо, аппетитно. Я бы съел. Так, а вот картошка? Да картошка тоже на самом деле нормальная. Тарелки, правда, немного грязные, но это ерунда. Так, вернуть слабительное в медицинский кабинет теперь нужно, чтобы никто ничего не заподозрил. Поэтому сразу бежим обратно. Я бы еще яблочко съел. А что у меня здоровье падает? Это странно. Я ел шоколадку и типа... Типа 150 хп должно быть. А у меня всего лишь 130. Вот это очень странно и загадочно. Действие шоколадки, оно не неограниченное. Жаль. Шоколад вкусный. Так, все, меня здесь не было, никто ничего не докажет. Дружище, если ты расскажешь, что я тут был, если я только узнаю, что кто-то что-то узнал, я просто сделаю свое кунг-фу, понимаешь, да? Так что давай. Петя, стой и стой. И никуда не ходи, никому ничего не говори. Но я побежал выполнять миссию. 170 баксов, кстати, у нас есть. Правда, пока не до конца понятно, на что эти 170 баксов можно потратить. Так, аптечку взять тоже нельзя. Эх, беда. Ну давай. И куда делся этот черт? Кто, трудовик? Да. Вроде определили его в наш доблестный медпункт после нашей голубиной лепешки. Только он там лечится спиртом. Пора менять ему зависимость. У меня есть мысль сменить содержимое в его пойле. Залить туда не его любимую беленькую, а беленькую прямо с края нашего школьного унитаза. Это жестко, ты че? Говорят, младшие классы там уже оставили результаты клада. Будь здесь, я быстро. Не, ну это совсем жестоко как-то. К учителям нужно лучше относиться. Так, ладно, скрытно возьмите, да-да. Что такое? Напоминаю, если трудовик тебя заметит, то все пропало. Присядь там или сделай что. Главное, чтобы он тебя не увидел. Он сейчас в коматозе, но чуйка на спирт у него идеальная. Поэтому надо сделать все быстро и не попасться ему на глаза. Так, хорошо, это будет опасно. Ну вообще, я бы посмотрел. Так, Петя. Надеюсь, ты ничего не сказал. Даже если тебя будут пытать, ничего не рассказывай. Так, трудовик должен лежать за ширмой, да? Вот он. Ха, впервые вижу в игре в трудовика. Когда там Ваня в журнале... Так, отлично. Ниндзюцу работает. Что ж, убегаем отсюда и побежали тогда на первый этаж в туалет. Правильно, правильно.
Спирт — это зло. Он убивает, мы сделаем лучше. Трудовик нам потом еще спасибо скажет, я думаю. Только туалет нужно найти. А где туалет? Вы знали, что физрук в розыске? Так, туалет вот тут, по-моему. Да, отлично. Физрука мы подлечим. Мы стараемся ради него на самом деле. Что я должен сделать? Использовать. В столовой? Блин, а что я подумал в туалете? Блин, а что я подумал в туалете? Не посмотрел задание. А куда пропал трудовик? Опять забухал? Я почему-то думал, ну ладно. В столовой все равно, поварих нет. Так что нормально, можно и так. Вот, теперь уже в туалет. Меня немного запутали. Трудовик, тебя ждет незабываемое блюдо. Незабываемый напиток, самый лучший. Отлично. Скрыто верните бутылку в медкабинет. По-моему, подниматься мы должны тут, чтобы до него добраться. Так как что школа симметричная, иногда я не совсем понимаю, где я, кто я и куда бежать. Но вроде бы не запутался в этот раз. А вот эта учительница, она может рассказать про меня. Ну, Петя, вот я реально Пете не доверяю. Надо, наверное, Петю ликвидировать. Петр, извини. Ого, у тебя тоже есть кунг-фу. Петенька! Все. Петеньки нет, я больше не переживаю. Меня ничего не беспокоит. Хорошо, покиньте медицинский кабинет. Аккуратно, главное это сделать. Так. Так, и Петя ничего не расскажет. Есть! Ну что, миссия выполнена. Можно бежать к нашему товарищу за следующей миссией. И интересно, когда мы встретимся уже с трудовиком лицом к лицу? Когда он придет в ярость? Ну-ка. Кто-нибудь еще знает про мои подставы? У всех стен есть уши, а у нашей школы уши особенные, наркоманские. Осуждаю. Кто-то сливает всю инфу самому трудовику. Найду, устрою анальную пытку кастетом похлеще, чем у росомахи. Так что гадать? Ты можешь узнать это у народа, по-любому кто-то дознает. Только давай быстрей, а то вот-вот все домой разойдутся. Так, не кипиши, я быстро. Кстати, вы заметили, что у него лицо какое-то квадратизированное? У всех более или менее нормальное, а у него именно, ну, квадратное. То есть из квадратиков, из полигонов. Так, поговорите вокруг со школьниками, чтобы найти того, кто сливает информацию. Вань, привет. А, ты знаешь, кто сливает подставы? О чем ты вообще говоришь? Ладно. Она знает. Кто сливает подставы? Не знает. Черт, у кого я должен спросить? Не могу сейчас говорить. Ты ищешь, кто сливает информацию? Это сын трудовика. Он сейчас в спортзале на втором этаже. Так, второй этаж, спортзал. Это у нас не тут, это у нас с другой стороны, рядом с актовым залом. Короче, сынуля трудовика. Ай-яй-яй-яй-яй. У меня еще больше хп упало. А, ну нормально, я ж дрался, меня Петя побил. Короче, сынуля, не знаю, как тебя зовут, но я иду за тобой. Просто почувствуй неотвратимость возмездия. Она витает в воздухе, она идет за тобой. Она везде, тебе не скрыться. Ты еще не знаешь, что тебя ждет, но ты чувствуешь опасность. И не зря. Саня уже близко. Саня надвигается. Как буря. Блин, батарею сломали. Ну, не обязательно было батарею ломать. Ладно, сынулька. Я уже близко. Я мчусь. Пошел вон. Ты чё? Ты чего? Пацан. Не могу сейчас говорить. Давай-ка уйди отсюда. Ты чё? Ладно, прости. Ты сам виноват в этом. Я был не при делах. В смысле был не при делах? Ты не пускал меня. Ты его сообщник. Так, он в раздевалке, интересно, или в самом спортзале? Яблоко, яблоко перед битвой. Нужно скушать яблоко, чтобы хп было больше. Ну, я тут. Кто из вас кто? Так, стоп, я же знаю. Не могу сейчас говорить, домой ухожу. Он сейчас в спортзале, я в спортзале. Это ты, может быть? Здорово. Давай позже словимся. А кто из них кто? Вот он, вижу. Не заметил, он маскируется, он знал, что я приду за ним. Но такую вертушку он, конечно, не ждал. А зря, надо было подготовиться. Да уж, я даже начал беспокоиться, что эта миссия может быть провалена, серьезно. Он реально замаскировался, он слился со стеной. Жесть. Такие навыки пропадали зря. Он мог стать нашим товарищем, сообщником. Мы могли вместе творить правосудие над его батей. Но ладно, да, это было бы сурово. Он правильно сделал. За родителей нужно стоять стеной. Так, ну что, бежать будем, да? Отлично. Мое почтение.
Побежали дальше. Мое почтение. Побежали дальше. Мое почтение, пацан. Бежим дальше. И... Yes. Ты знаешь, что трудовик позвал каких-то левых ребят разобраться с тобой? Не повезло бедолагам. И где они сейчас? Поджидают тебя в коридоре, как пойдешь в спортзал физкультуры. Правда, в этот раз помочь я тебе с ними не могу. Те ребята, которые могли бы принять урон, надели деревянную пижаму. Не переживай, у меня есть план, как раскочегарить злодеям третий глаз за желание остаться целым. Любой ученик в школе поможет мне в чем угодно. И ты думаешь использовать этот живой щит? Конечно, может хоть чему-то реальному в школе научиться. А мести харчки они и дальше по жизни будут. Меньше народу, больше кислороду. Это точно. Ладно, мне пора. Давай, хороший удачи. План. Надежный. Надежный, как швейцарские часы. Короче, нам нужны сообщники. Будем искать их прямо возле кабинета физкультуры, я думаю. Слушай, не переживай, если не получится с первого раза найти себе живой щит. Здорово. Попробуй еще. Давай, кто-нибудь позже да откликнется. А с кем получилось договориться, то не надейся, что он будет идеальным бойцом. Все они говорят одно и то же. Ну, мы одного нашли, неплохо, давай еще Вань, одного. Привет, давай потом поговорим. Ты станешь моим телохранителем, нет? Ты станешь. Пока не может. Ну, одного мы нашли буквально сразу. Привет. Давай потом поговорим. Вань, привет, давай потом поговорим. Стань моим телохранителем, Светка. А где мой телохранитель, алло? Ты чё, пацан? Не могу сейчас говорить, домой ухожу. Давай, давай за мной. Нифига себе, отстает. Ноги будут целыми, если поможешь мне. А ну-ка стоять. Здорово. Давай позже. Похоже, сходимся. Больше одного телохранителя взять нельзя. Не могу сейчас говорить. Да, видите, все домой отказываются. Но беги, ты мешаешь ему пройти, чел. Не могу сейчас говорить, домой ухожу. Ладно, тебе повезло, что я добрый, так и быть. Короче, пацан, нас будет только двое. А я пытался найти еще помощника тебе, но, давай, видишь, все отказываются, абсолютно здорово. Все. Давай, позже словимся. Ладно, будешь получать, только ты получается. Не могу сейчас говорить, домой ухожу. Всех подряд, Вань, спрашивал. Привет, давай потом поговорим. Каждый, может вот этот согласится? Не могу сейчас говорить, домой ладно. Ухожу. Почему самый мелкий у меня телохранитель, блин? Ты, пожалуйста, здорово. Ну мужик, ну пожалуйста, давай, ну меня словимся. Ж побьют. Ну спасите меня, Вань, вы же все привет. Мои друзья. Давай потом поговорим. А где мой пацан? Этот, давай, иди сюда. Ладно, понеслась, как говорится. По одному будем их щелкать, как орешки. А они сразу вдвоем налетели. Понимаю. А где мой боец? Я что-то не чувствую. Где ты? Чел! Нифига себе. Они поздновато ли, а? Давай, пойдем еще двоих забьем. Он не хочет драться. Я его сам побью тогда потом. Потому что какого фига? Жесть, жесть. Ну помоги мне, ну чел. Я тут при чем? Ну наконец-то. Я был не при делах. Под самый конец. Я тут при чем? Надо его... Блин, он побьет меня, да? Ладно, иди сюда. Меня-то за что? За плохую работу, братан. За плохую работу. Я на тебя положился, понадеялся. Тогда бы вообще не соглашался. Я бы, ну, не опирался бы на тебя. Я думал, я за тобой как за каменной стеной. А ты просто предал меня. Ты предатель. Ничтожество. Жесть. Не, ну, друзья, ну вы видали? Вот так и договаривайся с чуваками. После этого. Веришь человеку, доверяешь... Свою жизнь ему буквально, а он такой стоит и... Ну а чё я? А я чё? А чё я? О твоих подвигах с трудовиком знает уже вся школа. Лес рубят, щепки летят. Что там по нашему делу? Есть новости по поводу трудовика? Новости? Это еще мягко сказано. Он рвет и мечет, ищет тебя буквально по всей школе. Хочет с тобой встретиться. Наконец-то мой кожаный бивень заставит орать его газовый выхлоп. Пожалуй. Главное, чтоб конденсат не потек. Ладно, пора размять ему булки. Вот он, следующий босс. Учитель труда ждет вас в своем кабинете. Денег у нас хватает. Перед битвой с ним нужно будет зарядиться. Нужно будет увеличить себе ХП, потому что иначе просто никак. Он будет бить больнее, чем училка по русскому языку, я уверен. Возможно, у него даже будут дополнительные телохранители. Я тоже почему-то... В этом не сомневаюсь. В общем, главное добраться до его кабинета. Но сперва покушать. Да, вот один из телохранителей. Я так и знал. А что у него 40...
Срок, братан, у тебя лапки, да? Я не знал, что у тебя лапки. У него лапки, я не хочу его бить теперь. Жесть, но у него лапки реально. Ну, он учитель труда, наверное, поэтому. Кстати, после прошлой прокачки, после победы над Русичкой, персонаж стал гораздо сильнее наносить удары. Не зря прокачивали его. 5 телохранителей, это жесть. Надо было кого-то попросить пойти с нами. Более нормального чувака. Кстати, давайте попробуем. Поможешь, братишка? Нельзя. Сейчас нельзя. Ладненько. Похоже, зря я покупал сладости в автомате. Жесть, он очень больно бьет. Вот, зря покупал сладости, потому что придется сейчас идти опять их покупать. Так как мне все хп сняли. Да лежи уже. Короче, нужно найти аптечку, подхилиться, потом взять 150 хп и только после этого идти в битву. А подхилиться где бы мне? Где бы мне взять подхилиться? Аптечки появляются, но появляются не сразу. Придется бежать вот в этот переход и там-то уже искать, да, помощь для себя. Отлично. Поможешь? Не могу сейчас. Короче, говорить. Не хотят они сами по себе помогать. Если это не обусловлено заданием, и это грустно на самом деле. Жалко, обидно, досадно. Ну, будем биться один на один с этим лютым врагом. Буду использовать блок, буду использовать все возможности. Вот. Еду буду использовать. Отлично, 150 хп. Теперь-то можно и подраться. Денег пришлось потратить много, конечно, обидно. Если что, я отступлю и возьму здесь еще одну аптечку. Ну и что, иди сюда, мистер Лапки. Давай, давай, мы справимся. Черт, он большой. А нет, у него не лапки, у него просто... Я думал, у него лапки, а он просто руки держал в теле. Странно. Ладно, у нас появилась прокачка, и я не знаю, что прокачать. Блин, я хотел мощный удар прокачать. А могу незаметность, которая повышает хп. Увеличивает скорость бега. В принципе, полезно. И дипломат. Ну... Я беру это. Больше хп, быстрее скорость передвижения. Это полезно. Короче, пришлось наказать трудовика. У него были не лапки, так что мне его не жалко. Проходи. Ну, я думал, у него, ну, потому что он со станками работает, лапки. Понимаете, да, о чем я? Но это было видно, а у него руки были в теле. Он их прячет в животе. То есть все трудовики прячут руки в животе? Это какая-то особенность этой расы трудовиков? Вида? Это странно. Когда там Ваня в журнале? Ну ладно, кто же будет следующий на очереди у нас? Биологичка? Физичка? Директриса? Зауч? Кто еще? Физрук? Давай смотреть. Жму руку. Теперь вся школа отправляет в кит прямо в раскочегаренную скважину трудовика. Ты не боишься, что за него тебе кто-то ответит? Пущу по кругу, не раздумывая. Так, а теперь пришло время заняться биологичкой. А, ну, почти был прав. Слушай, так Машка ведь тоже ей думает заняться. Может, ты скооперируешься с ней? Можно попробовать. А где она сейчас? На первом этаже. Обязательно поговори с ней. Может, найдешь общие точки. Давай попробуем. Так, теперь мы будем работать не в одиночку, а с Машкой. Ну, это хорошо. Я люблю девушек, я люблю... Так что, Машуля, будем действовать вместе. Ты за меня, я за тебя. Но если, Машуля, ты будешь такой же бесполезной, как этот чел, которого я даже не знаю, как зовут, то... Но с другой стороны, да, прикиньте ситуацию. Подходит к тебе в школе хулиган и говорит, пошли вместе со мной драться. Ну ты идешь, хотя и не хочешь этого делать. Пытаешься драться, а потом еще получаешь по лицу от одного и от второго. То есть и от того, с кем ты дрался, и от того, за кого ты дрался. Печально. Машка, привет. Быстро тебя из роддома выписали. Закисарили на перекуре и домой. Что хотел? Слушок прошел, что ты хочешь разобраться с биологичкой. Правду говорят? Правду, но я только начала разбираться в этом вопросе. А что тебе от нее надо? Могу предложить разделить долю ненависти и прибрать ее к своим рукам. Наши интересы совпадают. По рукам. Что у тебя на нее есть? Она отвечает за какие-то документы по школе. Они хранятся у нее в сейфе. Достанем эти документы, и она наша. Пин-код от сейфа должен быть у самой биологички.
А поконкретней, где сейчас этот пин-код? У нее в кабинете, сможешь достать? А я пока разыщу другую информацию по делу. Договорились, скоро вернусь. Там, правда, одна проблема есть. Если я правильно помню, биологичка постоянно патрулирует свой кабинет, и взять эти документы будет сложно. Алло, так как, скорее всего, эта бумажка лежала у всех на виду, то лучше ее уничтожить, чтобы больше никто не узнал пин-код. Только чтобы точно она не всплыла потом. Нам не нужны никакие свидетели. С этим проблем нет. Свидетелей я беру на себя. У нас были свидетели, взять того же Петьку. Ну и где же теперь Петька, а? Нет Петьки, был Петька, теперь нет Петьки. Лежит дома, отличивается. Ладно, вот кабинет биологии. Странно, она обычно ходит где-то тут. Ее сегодня нет здесь. Она ушла? Так это здорово! Без проблем. Дорогая Надежда Никитична, надеюсь, вы понимаете, насколько ответственную задачу мы на вас возлагаем. Если эти документы попадут в чужие руки, будет огромная катастрофа. Поэтому, посовещавшись с руководством школы, для вас будет выделен отдельный сейф. Код от сейфа 135. Все документы должны храниться строго в нем. Скоро должны приехать люди за данными документами, поэтому, надеюсь, не подведете. Ну хорошо, я побежал. Я слышал голос биологички, но при этом ее не видел. Забавно, забавно, занятно. Ну и персонаж, не знаю, вы видите, что он начал быстрее бегать? По-моему, как бегал, ну хотя 5% это... практически незаметно для обычного человека, для обычного глаза. Поэтому и неудивительно. Так, хорошо, в таком случае, туалет. Это важно, это туалет. Это туалет. Ах, встаньте повторно на маркер на первом этаже. Хорошо, Машуля. Машулечка. Я иду. Она тут, по-моему, прячется, да, на ступеньках? Да. Как успехи? Получилось найти пин-код? Да, нормально. Малява найдена, но в школу. Кстати, какие у нее плечи, да, какая она широкая. Этот сейф. Надо ускоряться. Видать, важные документы. Важные, важные, только у нас две проблемы. Во-первых, сейчас ищут мудака, который украл записку с пин-кодом прямо через парадный ход. А во-вторых, нужно раздобыть еще ключ. Что еще за ключ? От этого же и сейфа. Только я не знаю, где он точно. У информатика есть один ключ от сейфа, другой у трудовика. Какой-то из них должен подойти. Принесу оба. Что еще? На этом пока все. Ладно, скоро увидимся. Так, а где информатик? Я никогда не видел кабинета информатики, между прочим. На третьем этаже? Ого, я там не бывал никогда. Не, ну я пытался пойти на третий этаж, но он был заблокирован. Но это ведь третий этаж. Стальные двери. Дай пройду. Это уже четвертый этаж. Так, хорошо, значит нужно подняться по другой лестнице. Придется бежать через весь корпус. Кабинет информатики. Я бы даже заглянул туда. Хотя нам его показали. Так что ничего нового не увидим. Ну ладно, все равно интересно, все равно интересненько. Так. Мне бы вот выносливость прокачать, чтобы персонаж мог бегать не только быстрее, но и дольше. Пофиг, даже на скорость бега мне хватает и той скорости бега, которая есть. А вот выносливость заканчивается моментально, фактически. Это, конечно, минус, бесспорно. Это положительная оценка. А двойка? Так. А-а-а, ну не уставай, чел, ты всего лишь... пробежался 2 метра, уже еле идешь. Опачки. Так, здесь нет кабинета информатики. Значит, он с другой стороны. Опа. Бойцы, смотрите, охрана стоит. Ну давай, иди сюда. Скоро тебя придется охранять в больничке. И тебя тоже, дружок. Эх, изики. Простейшие. Так, ну что, берем. Это мы забираем. Это мы забираем. И это мы забираем. А где компы? А, вот они. Нифига, тут их много. Большой кабинет информатики. Хорошие, хорошие, качественные. Так, дальше. Найдите ключ в кабинете труда. Это уже на первом этаже. Там нам точно никто не помешает, потому что трудовик, ну он все, он уехал лечиться, подлечиваться. Че, пацаны? Кто наперекур? Так, это мое. Так, а кабинет труда, погодь, а где он вообще? Тут у нас кабинет русского языка, я... А, вот он, да. Ну шо, засранцы, давай по одному, как говорится, а?
Как в старые добрые. О, хорош. Если еще больше прокачать атаку, я даже боюсь, насколько... Представить, насколько жестко мы будем атаковать. Блин, они тоже больно били. Очень больно, почти добили меня. Еще бы чуть-чуть, и все, и мне был бы конец. Так, забираем ключ. Да-да, идти пройти, а. Вот так. Миссия выполнена, отлично. Ну и на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, удачи, пока. Ну и счастья вам. Покедова.